Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби-герои. Так, давай пробежимся по ежедневкам. Нанесите 5 единиц урона. Так, героям используя карты антигероя. Нет, это я поменяю. Я не хочу. Уничтожьте 5 зомби, вот. Нанесите 20 единиц урона героям вспышки на солнце. И нанесите 20 единиц урона травяным кулаком. Ну что, я тогда думаю, наверное, мы пойдем. У меня травяной кулак. Давай начнем, наверное, со вспышки на солнце. Поехали. Эть, холодненькая. Ох, коктейльчик. Что, ребята, каковы шансы наши на победу, как думаешь? Ё-моё, мне дали высший ранг, и это у нас ржавый разряд. Блин, я еще эту лупу не убрал. Ёпарасоте. Ладно. Вдруг у нас получится. Сколько там нужно было? До 9 уровня, по-моему, прокачать, да? Или до 9 урона? Что-то такое. Ладно, посмотрим. Как ты понимаешь, у меня вспышка на солнце и на ягодных, как говорится, ягодная колода. Что нам тут выпадает? Не то, конечно, что я хотел. Так, использую телепорт. Использую телепорт. Ага. Ну вот так вот он, да? Интересно, у него валун есть, как думаешь? Он прокачивает, ребята, здоровье. Он прокачивает здоровье. Смотри, что делает. Давай я вот так попробую. И вот так. Один плюс три. Посмотрим, к чему это приведет все, друзья. Так, ладно. Вылез тут, вылупился. Так, неужели у него будет... Мне кажется, он вирус хочет, ребят, запустить. Если он хочет запустить... Не, вирус у него уже не получится запустить, друзья. Так. Нет смысла, наверное, нам ставить этого парня. Ты видишь, да? Прокачивается. Тут, конечно, он меня подколол. Виноградина. Так. Ну, сделаем так, допустим, пока. Да и все, пока больше ничего не будем делать. Астронавта размещает. Плохо. Кукуруза, это, конечно, все хорошо, ребят. Он не стал ничего делать, да? Давай этого, наверное, хмыреныша уничтожу. И вот так вот попробуем поставить.
Ага, потратил. Потратил, друзья мои, значит, кукуруза будет у меня в безопасности. Должна быть. Но опять же, 8 энергии. Так, вытягивает карты. Доборы у него, конечно, доборы. Ха, интересно. Давай, короче, поставим вот так вот. И хорош пока. Ты видел, что у него есть? Ну что, друзья, наверное, будем сейчас хил ставить. Даже так. Ну хорошо. Давай смотреть. Да в плане... А, у него уже пробитие, ребят. Вот это плохо. Вот это плохо, ребят. Так, нам главное здесь прикрыться, получается. Давай сделаем тогда вот так вот. И вот так. Виноградина. Хм. Я нисколько не сомневался, что он будет это делать. О. Уничтожает. Так, здесь 2-2. Угу. Транжирится, да? Как бы тут лучше сделать-то? Наверное, сюда залепим. У меня 2 хп, друзья. Блин, фараон этот еще вылез, блин. Вот это вот мне не нравится. Он сейчас сюда кого-нибудь поставит, ребята, и мне прилетит сейчас. О, даже как. А что сюда не стал ставить, интересно? Это что было, ребят? А что он сдался-то? Коски сдался. Но это, ребята, он, наверное, поддался. Пожалел меня. Но если я бы знал бы так бы, я бы тогда бы лупу бы до 9-го баранга прокачивал бы. Я даже не знаю, как... Так, уничтожили 5 зомби. Ну что я могу сказать ему? Только одно, наверное. Это спасибо за что? За... То, что поддался. Потому что он в любом случае ремедиатор разнес. Я не знаю, что он там испугался. Даже если бы я поставил бы виноградину бы, мы бы нанесли бы ему урон, ребята. Но этот урон бы пошел бы в блок. Он бы стал бы брать карту с блока. И... Он бы стал бы карту брать с блока. И, соответственно, что? Соответственно. Соответственно, бы этот хмырь бы сюда бы еще кого-нибудь поставил. Ну, как-то так. Угу, смотри, что делает. Карта колода на пиратах, получается, да? Скорее всего. Ладно, давай посмотрим. Так, у нас есть с тобой второй ход на защиту, если что. 43-й ранг, наш противник. Виноградин, это все хорошо, ребят. Я пока только такой вариант вижу.
У него могут быть еще бесята. Об этом тоже не стоит забывать. Так, смотри, что он делает. Ну-ка. Ой, ё-моё, антигерой. 6 в лицо. Причем с лету. Ну ладно. Угу. Так, только не говори, что у тебя там еще один антигерой. Да, ребята, у него был еще антигерой один. Прикинь. Прикинь, какой он хитрожопый. Если у него там антигерои два, я просто охренею, ребят. Нет. Вот так вот. Вот так вот. Испугался. Он испугался. Пирата. Ну, мы этого пирата трогать не будем, ребят. Пускай он там что хочет делает. Во-первых, мы уничтожаем этого. И... блин, клубнику. Давай так поставлю, наверное. И вот так. А там посмотрим. Вон кто у него. Мне главное атаку-то ему никак не нанести. О! Ребят, вот тут хорошая карта. Ну, у него кровожадность, скорее всего. Да ведь? Давай пропустим, посмотрим. Сам видишь, ничего он не делает. Банана. Пропускаем. Ну что ж, парень. Блин, да ладно. Давай в блок бей. Ага. Вот то-то и оно. Сейчас мы с ним разберемся, ребят. Вот сейчас-то мы с ним будем разбираться уже. Слушай, а если у него что-то есть с прочерком, это будет плохо. Так, мы этого шлепаем. Виноградина.
У него две карты, да? Ну что там у него может быть? У него может быть прочерк, друзья. Ой, как нам повезло. Друзья. Да. Редкостно, но повезло. Теперь, я думаю, ему крышка. Пускай что хочет делает. Так, а кто у нас вот здесь вылупится? Интересно мне знать. Не совсем то, что мне нужно, ребят. Я пока пропущу, наверное, ход. Кровожадность, ну давай. Че, ему, наверное, кранты, друзья мои, да? Или как? Да, кранты. Все. Разбомбили. Так, ну что, мы нанесли урон-то, который нам нужен был. Да, ребят, мы нанесли. Теперь нам нужно играть за травяного кулака. Так что переходим. Слушай, ну тут еще задание одно. Давай попробуем пройти за вспышку еще один поединок. Если выиграем, возможно, получим с тобой пак. А ты помнишь, мы в прошлый раз с тобой такой же вот пак открыли, и нам выпала там легендарная карта. Чего я совсем не ожидал. Вот так вот. Ой. У меня здесь клан Анас. Ну-ка, что нам дают? Ну, в принципе, неплохо. Вот так, утягивает две карты. Видимо, ему нечего, ребята, поставить. Поэтому он пошел за картишками. Два клана НАСА. Давай, наверное, вот так вот сделаю. В лицо, так сказать, ему пропечатаю. Он тоже, видишь, разгон делает. Да, он тоже делает разгон. Еще делает разгон. Заморозку. Посмотрим, кто у него будет. Ага. Шаманить собирается, да? С этим-то как будем справляться? Кукурузу 4-6. Ну да, разберемся на следующем ходу с ним. Можем... Клан Анас не вариант, мне кажется, ставить. Да ладно, ему и нечего поставить, что ли, было? Молекулярку пока нет смысла, ребята, сюда ставить. Надо наказывать его. 6, получается. Так, 1, 4, 5, 6. Ну да, этого мы вырубим. Сундуки тут ставит. Моржа своего сюда поставил. Так, друзья, ну что? Тогда мы сделаем немножко по-другому.
попробуем так. И кровожадность ставит. Клубника, блин, ну где мои сладкие братки? А? Скажи-ка мне на милость. 4-2-6. Ну, мне если только вот так поставить, как вариант, друзья. Ну куда ж ты перебрался-то? И вот так. Угу. Слушай, он что, собирается шаманить, что ли? Да? Тут срабатывает у него защита, так? Так. Мне нужен микс, ребят, фруктовый микс. Через клубнику я бы его бомбанул бы. Выпадает авокадо. Вот этого ему надо будет как-то уничтожить. А как? Пускай думает. Потому что 2 единицы хп у него всего. Допустим, так. И так он делает, да? Мы с тобой сделаем тогда вот так вот. Угу. Рикошет. Ты смотри, что у него есть. Давай в блок мне. Прямиком, пожалуйста. Как раз этот, по-моему, в блок, ребята, ударит. Нет, это значит в блок, да? Даже не знаю. Давай этого, наверное. Или кого, или вот этого. Все, ему крышка. Все, ребята, доигрался. Чего бы он сейчас не ставил, ему это не поможет. Но молодец, вспышка. Правда, вот первый поединок, друзья мои, ну, халявный был, но... Что я могу сказать? Благодарствую, что дал такую вот возможность выиграть. Так, друзья мои, давайте смотреть, что нам тут выпадет. Все? Все? Ты что-то хотел еще? Так, теперь, друзья мои, Бонг Чой выходит на тропу войны у нас. Сколько там тоже? 20 единиц урона нужно нанести, да? По-моему, да. Так что будем стараться. И нам выпадает великанус. Ну, я тебе скажу, в принципе, начало такое бодрое. Начало такое вот бодрое. У нас еще и хил здесь есть. Угу. Он пошел, ребят, прокачиваться. Крокодил. Нет, парень, так вот сделаем. Телепорт ставит.
Ага. Так, ну телепорт можно, в принципе, ему убрать отсюда, да? Как вариант. Я там же захочу зашаманиться. Главное, чтобы вот здесь, ребята, у него не сработало. Мы сейчас ему 4 в лицо нанесем, у него сработает блок. Ага, вот что у него. Ну, тогда по земле получит урон. Итого 9 хп у тебя, да, парень? Давай так сделаю. И вот так. Ага, он удешевляет карты. Удешевляет карты, ребята. Так, ну что, у нас есть с тобой, если что, хил. Да ладно, он еще ему конфетник выпал. Так, ну конфетник превратится в какой-нибудь хлам в очередной раз. Тю-тю. Огурец. О, выпал кто у него. Угу. Замораживай, замораживай. Гаргантюах вызывает. Одну единичку хп, ребята, ему осталось нанести. Вот это вот плохо, друзья. Знаете почему? Объясню попозже немножко. Ого, с прорывчиком, да? Хорошо, с прорывчиком. Мы сделаем тогда следующее. Так. И, наверное... Как тут, блин, сделать-то лучше? Давай вот так вот. Кукуруза. Доборы. Так, здесь занимается ландшафтик, отлично. Всем в лицо только мы сейчас с тобой получим. Это такое довольно серьезное. Блин, у него этот повар, блин. У меня, видишь, нету бонусной атаки. Была бы у меня бонусная атака, было бы все немножко по-другому, ребят. Одну единичку хп мне нужно, да, нанести ему. Все, он сдался. У него не было, ребята, видимо, заклинания. Он не смог
Либо кукурузу уничтожить, либо космического огурца. За что и поплатился. Да ладно, нам один урон. Мы один урон, ребята, не нанесли. А, он сдался же, да. Джонни. Джонни против нас выступать будет. О, слушай, ну тут хорошо. Правда, Займех не особо любит использовать Гаргантюа, насколько я помню. Ну, посмотрим, есть у него валуны или нету. Есть. Как же без валуна-то, ребят? Как же он без валуна? Так, дальше. Огурец. Давай смотреть еще, есть ли валун или нету. Потому что потом будет у нас идти огурец, ребята. И не хотелось бы, чтобы его уничтожило валуном. Отлично. Два валуна потратил уже, да? Два валуна, ну... Я немножко буду удивлен, если у него найдется третий валун. Ну что ты там застрял? Так. А ты знаешь, он может нанести... О, как он делает. Я не знаю, тут, наверное, сумоист, ребята, у него будет. Ладно, давай, пускай перекидывает сюда. Че ж поделаешь. Урон все равно получит. Урон получит, ну и мы с тобой еще наберем карты. Еще сделаем здесь неуязвимость на следующем ходу. Угу, неплохая карта выпала. Но мы получаем урон. Ага, вот так вот ты, парень, да? А если вот так сделаю? Три урона, прикинь, у него. Ладно, гаденыш. С одной стороны, ребят, пускай прокачат, мы их все равно потом бомбами уничтожим. Бомбай. Если уничтожим, конечно. Если выживем, блин. Ну что мне тут сделать? Я могу вот этого хлопнуть. В принципе. Там сумоист, наверное, у него опять будет, да? Скорее всего, посмотрим сейчас. Ну да, сумоист. Два урона по земле, к сожалению, мне не выпало. Три и четыре. Блин, у него, наверное, вирус там затесался, нет? Что мы здесь можем поставить? Орех. Давай так сделаем. Проскок. Ну и этим двум хана, ребят. Бомбочка, как говорится, моя не дремлет. Пока так. Да ладно. Ты смотри, у него валун оказался, ребят. Где хилка? Нет, ребята, хилки у меня.
Да, блин. Ты понял, да? Как думаешь, сработает этот? Мне кажется, не сработает, ребят. Защита не сработала. Могилоед появился, но слишком поздно. Все, мы нанесли. Так, давай-ка, знаешь, что теперь сделаем? Мы сделаем теперь взгляд в будущее. Так, в колоде зубостизилы полно горошин, так что банда горошин быстро вольется в бой. Однако бессмертие использует стратегическую колоду взбучка, поэтому не теряйте времени. Дай-ка мне, блин, вспомнить, что там за взбучка, что там вообще за... Что там за колода-то у нее? Это что, издевательство, что ли? Вы что, хотите сказать, что вот таким вот барахлом я должен здесь... Нормально, конечно, мне тут подкололи. Полно горошин. Я уже понимаю, там какие там горошины будут. Вообще, что там будет. Ну, вот этот парень неплох. До него дожить надо. Фигня, ты мне целую кучу телепортов-то даешь. Грибок. Вот что мне поставить против... Ага, ну вот так вот есть только. Ладно. Зря я, наверное, так сделал. Так а чё, ну вот пять этих понаставил, и что? У нас, как всегда, ребят, карт много, а толку никакого вообще. Давай, наверное, вот так вот сделаю. Я не удивлюсь, если сейчас слопает. А, не, вон он, не учу. Ну, здесь понятно, здесь в блок, ребята, прямиком бьет. То есть тут я вообще нисколько не переживаю. Так, это мы пока оставим. Хорош, расти уже. Угу. Явилась мразота, да? Опа, вот нету гаденыша. Тут прикрыться, если что, есть у нас, да? Опа. Опа. Давай-ка, наверное, сделаем так. Здесь вот так вот надо делать обязательно, ребят. Слушай, сколько? Четыре. Ёпрсты, по-моему, нам кранты, ребят. Да. Я потом увидел, что у него там двойной выстрел. Вот здесь вот. Ну, в любом случае, он меня на следующем ходу расписал бы. Ну, не повезло, ребятушки, сыграть.
Буквально где-то в одном действии ошибся, 100% чувствую. Так, ну что, давай, наверное, заключительную серию, заключительный бой сделаем с тобой на бесенке. Я думаю, мы сможем победить. Напиток кончается не вовремя, поэтому, ребята, и проигрываем. Надо, чтобы напиток всегда был наготове. Да вы издеваетесь, вы то же самое у меня было же, ёпрасоте. Это грибник еще тот. Молодец. Ну, ты понимаешь, мне поставить сейчас в любом случае нечего. Я пока воздержусь. Пускай расставляет свои грибы здесь. А уже потом будем их бомбить. Так сделаем. Он сейчас пропустит ход, наверное. Нет, ребята, не пропустил он никакого хода. Давай так сделаем. Клонанас, что ли, у него? Пока не знаю, ребят, что он там мутит. Сейчас увидим. Угу. Угу. Я думаю, что вот этого можно спрятать, в принципе, пока. Поехали. Ну, давай поставим. Поехали. Такс, уже неплохо. Грибник. Этого уберем, наверное, отсюда. Так, минус один на один по земле, наверное, сделает. Или вызовет свой колпак ночной, нет? Все, им до свидания тогда. Все, ребят, здесь. Здесь получается, что мы выиграли. Ну вот так вот, вот такая вот, ребят, коротенькая у нас сегодня битва была. Я думаю, вам понравилось. Если что, пишите об этом в комментарии. Надеюсь, этот видосик сегодня выйдет. А на этом все.
Всем удачи и до новых скорых видосиков.